Свершилось! Легендарная трилогия про Остапа и Ибрагима Бендера закончилась. Ура! 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 «Золото Империи» вышло в июле месяце, и третья часть должна была появиться на свет только в декабре. Но, видимо, в бухгалтерии что-то перепутали, и Бендер «Последняя афера» вышла в начале ноября. Это моя дочь Циля. Я ее мать. А вы отец будущего морского волка. А если вы пропустили две предыдущие части и мои обзоры на них, то можете глянуть их, перейдя по всплывашке или по ссылке в описании. Сюжет третьего фильма расскажет нам о том, как Остап и Ибрагим наконец-то закончат эту вакханалию вокруг золотого жезла, который они все никак не могли заполучить, и он выскользал у них из рук. И в этот раз на пути к жезлу Бендеры попадут в цирк с террористами и к загадочному сатанисту Кроули, который хочет устроить жертвоприношение с участием мамы Остапа. Мне нравится, что у всей трилогии нет единого стиля, что в каждом фильме создатели пытаются удивить нас декорациями и атмосферой. Но как же херово и посредственно это реализовано. Я говорю не о картинке, костюме и окружении героев. Я говорю про сюжет и мотивы персонажей. Ими движет шиза, которую подхватывают все окружающие люди. Мы все шизики! Создатели как будто не знают, чего они хотят от своего детища, и мечутся из одного жанра в другой. Они попробовали вообще все, что только можно, как и Безруков, который кого только не сыграл, и всегда получался Безруков. А вы знаете, этот смайлик называется «японский самурай». А в этой части он перевоплотился и в китайца, и в циркача. Он даже одного австрийского художника закосплеил с его знаменитыми импульсивными речами. Ну а как он мог обойтись без женского образа? Естественно, никак, поэтому в третьей части Безруков стал женщиной. Шикарно, конечно. Ощущаю себя, как будто заново родился, знаете ли. Правда, поверить в то, что Остап и его папаша похожи на женщин, даже в пьяном бреду сложно. Но люди вокруг охотно верят и даже хотят ими овладеть, так сказать. Жми колокольчик два раза. Но на самом деле накрашенный Безруков больше похож на солиста Måneskin, нежели на женщину. Странно и удивительно, что в этот раз Бендер обошелся без необоснованной пошлости и похабщины. Как-то даже непривычно было смотреть на действия, где никто никого не хочет постоянно трахнуть. И ведь Бендер реально не перестает удивлять. К примеру, вы знали, что железные тарелки убивают людей лучше и легче, чем автоматы и ружья? Чего, блять? А вот местный цирковой Джокер доказал это и раскидал тарелками целый отряд салабонов и чуть ли не полфильма вырезал ими. Вы не видели фильма? Неизвестная тарелка МВО с планеты Чики-Чики-Пук. Здесь действительно был закос под Джокера. Авторы попытались снять напряженные кадры с поехавшим психопатом, который разговаривает с зеркалом и хочет поднасрать всему миру. Естественно, никакого напряжения не получилось, и выглядит это убого и смешно. Да и его мотивы и цели — это просто кек. Он хочет взорвать цирк с детьми, но зачем? Потому что он злой поехавший клоун? Ну, ладно. Какие там Хоакин Феникс и Хит Леджер? Наш шизик с тарелками — вот кто самый крутой Джокер. И очень жалко, что в фильме не было вот такого диалога. Хочешь знать, почему я использую тарелки? Пистолет слишком быстро, не успеваешь насладиться. Второй злодей в лице ржавого «Издаешь молодежь» изменил тон повествования. Я уж подумал, что Бендер ушел в какую-то паранормальщину и сказку, но нет. Оказалось, что ржавый такой же шарлатан, как и Бендер, и этого героя слили так же быстро, как и всех других до этого. Трилогия Бендера очень легко и быстро забывает про своих персонажей и выводит их из истории. К примеру, из второй части герои Деревянка, Колокольникова и Брежнева просто испарились. Да, они там сбежали от преследования и все такое, но они вместе со Остапом и Ибрагимом гнали за богатствами и даже мешали им. А тут резко свалили в закат. Иди и останови его, пока не поздно. Он как раз снова залез на хозяйку. Ну ладно, я пошел. К третьему фильму Остап и его папаша так и не поняли, как они относятся к друг другу, ненавидят или любят. Причем их настроение меняется по 100-500 раз на дню, как и поведение всех персонажей в этом фильме. Безруков всю трилогию и особенно в этом фильме не вытаскивал сигару из своего рта. Но тут внезапно, просто ни с хера, он говорит. Бросил, не курю. Это никак не объясняется, он просто резко выкинул эту оральную фиксацию и бросил курить. А главный вояка, который охотился за Ибрагимом на протяжении двух фильмов и хотел расстрелять или повесить Бендеров, резко изменил к ним свое отношение, как только они типа спасли людей от взрыва. Ладно,
Прощаю! И получается, их предыдущие злодеяния ничего не стоят. Хотя до этого два фильма нам упорно втирали в мозг, что все их проступки караются только смертельной казнью. У меня такое ощущение, что у всех людей в Бендере амнезия или память как у рыбки. И касается это не только сказанных слов и поступков, а еще и запоминания лиц. Иначе я не могу понять, как герои не узнают Остапа и Ибрагима в шляпе, очках или фраке, хотя они видели их вблизи 5 минут назад, просто в другом костюме. Мишка! Петя! А я смотрю, ты это или не ты? Ну, не он это! Наивность и простота героев не перестает поражать. Эта сказочность и детская подача все так же не вяжется со взрослым контекстом, и кино смотрится так же глупо, как и до этого. Полфильма Безруков и его шайка изображают немецкий акцент. Я, конечно, все понимаю, это комедия. Но это же просто бред и ахинея. В эти моменты фильм тяжело не только смотреть, но и слушать. Хорошо, хоть эту нелепицу сглаживает музыка из «Пиратов Карибского моря», которая опять ласкает слух правообладателей, но не особо подходит к третьей части. Это она звучит в аду. Единственный прикольный драматичный момент в последней афере происходит в самом финале этой Бондарианы, где Остап узнает, что Ибрагим не его батя, а мама не его мама. Все ясно. Мама потерялась. И оказывается, что Остап Бендер это не Бендер, потому что Ибрагим все-таки не его батя. Вот это да. То есть вся эта канитель из трех фильмов не опорочила имени Остапа Бендера, хоть и сыграла на его имени и прошлась по Ибрагиму Бендеру, которого в конце вроде как даже убили. А нихуя, бля! Но нет, оказалось, что не убили, это же детское кино, как тут без хэппи-энда? Нам показали сцену, похожую на ту, что была в третьем «Темном рыцаре», где Альфред в кафешке увидел живого Брюса Уэйна. Но там все было серьезно, а здесь Бендер Безрукова предстал перед сынишкой в образе клоуна, как иначе-то? Все хотят, я дам им шоу. И ведь история ни хрена не закончилась, да, жезл у них, но все живы и счастливы. То есть в будущем мы все еще можем увидеть продолжение этого цирка. Лучше бы мне в утреннюю кашу насрали. Банк. Я не хочу повторяться, если уже этого не сделал, потому что во всей трилогии одни и те же проблемы. По сути, это один фильм, который разделили на три. Задумок у авторов было много, но получилось все как обычно. Называется грустный тромбон. К третьему фильму они даже разогнались, и здесь было больше положительных моментов, чем в двух предыдущих частях. Но тупизна Бендера никуда не делась. Все минусы сохранились, очевидные вещи не берутся во внимание, герои все таки такие же простые и поверхностные. Особенно злодеи. И здесь нет никакого развития персонажей. Вряд ли, конечно, после трилогии последует продолжение. Скорее всего, выйдет растянутая сериальная версия этих трех фильмов. Но я уверен, что и дальше можно мусолить тему отцовства Ибрагима Бендера. Даже при том, что нам уже сказали, что он точно не батя Остапа. Все равно, как-нибудь может получиться, что он все-таки его зачал. Ебать, чудеса, блять! Впрочем, это уже совсем другая история. Которую мы, надеюсь, не увидим. I'm a gnome, and you've been... Yeah!